Приветствую вас. Смотрите, значит, вы встречали с девушкой 8 месяцев. Срок довольно большой. Отношения между вами, довольно серьезные. Далее девушка расстается с вами. Потому что вы эгоист, ну, по ее мнению. И сейчас она предлагает вам секс без обязательств. То есть она с вами рассталась, побыла без вас. Вот, значит, соответственно, любит вас до сих пор, как вы сказали, но там к отношениям не готова, да, к новым. Ну, вас здесь не очень понятно, да, то есть говорит, что любит, но отношения начинать ни с кем не хочет. Как-то вот непонятно здесь. То есть, если она любит вас, то... зачем ей начинать отношения с кем-то еще, не я. Ну вот, лично мне. То есть здесь противоречие. Либо она любит вас, и ей нужно с вами в отношениях быть. Либо, если она вас любит и хочет забыть, ей нужно побыть без вас. А вот то, что делает она, это странно, по меньшей мере. Значит, далее вы спрашиваете о том, а вернется ли она после секса. Смотрите, если она вас бросила и с вами рассталась, то при условии, что вы будете вести себя так же, как и раньше. Значит, она опять вас бросит. Какое-то время она с вами побудет, может быть, ей так проще будет вас забыть, например. Какое-то время она побудет с вами, а потом опять бросит. Если вы не поменяетесь. Соответственно, если вы поменяетесь, если вы ей покажете, что вы не эгоист, да, если вы постараетесь вот донести до нее, что, ну, что все-таки вы изменились, поменялись, да, стали другим человеком, ну, по крайней мере, более устраивающим ее, то тогда она может остаться с вами, тогда она может вновь с вами быть. То есть, единственное понимание главное, что даже вот после секс, она может к вам вернуться, она может вернуться к вам, это более чем реально, но вопрос в том, насколько, как долго она будет с вами. Вот. То есть, по моему мнению, да, она с вами будет очень недолго, по моему мнению, потому что ее уже не устраивает того, как вы себя ведете, ее уже не устраивает то, как вы, значит, ну, как вы себя позиционируете, да, ее уже не устраивает то, как вы выглядите, ну, по отношению к ней, какой вы мужчина, да, то есть ей не нравится вот это. Не говорю, что вы плохой,
Вы, может быть, и неплохой сами по себе, да? Ну, вот вы такой, в конце концов, может быть, это она эгоистична. Это еще надо выяснять. Ну, вот. Но то, что вы не нравитесь таким, какой вы есть, это очевидно. И нужно понимать, что секс она предлагает для себя. То есть ей сейчас так лучше, ей сейчас так удобнее, вот, она, вот ей так вот ей, ну, ей сейчас так проще, может быть, да? Вот. Опять же, это ее выбор. И если вы ничего не сделаете, если вы не поменяетесь, то вы рискуете ее потерять. Так же, как потеряли и до этого. То есть какие вот, сами подумайте, какие могут быть основания для того, чтобы она с вами в отношениях была, ну, какое-то продолжительное время. Если вы, например, будете тем, вот какой резон ей с вами быть, подумайте сами. Вот. Поэтому, если вы знаете, что не поменялись, если вы знаете, что вы остались тем же, то лучше, наверное, будет, ну, не тратить на это время, и даже если вы согласитесь с девушкой на ее, ну, на ее предложение, это ваше право, вот, то рассчитывать на серьезное что-то, рассчитывать на то, что она, ну, вернется к вам или что-то еще, не стоит. То есть, ну вот будет у вас секс без обязательств, допустим, а она в это время будет там, например, искать другого. Да, она, например, будет там с другим кем-то отношения выстраивать. Более такие гармоничные, теплые и так далее. И вопрос в том, устраивает ли вас это. Понимаете, если нет, то тогда, наверное, и не стоит даже в эти отношения вступать. А зачем? Вы рискуете только свою самооценку повредить. Если вы считаете, что вы действительно вели себя эгоистично и что вам нужно поменяться, ну, тогда это вам, ну, что, вам желательно к психологу обратиться для того, чтобы он, ну, чтобы мы помогли вам, например, чтобы мы как-то вот ваше поведение, вашу позицию мужскую, чтобы мы ее подкорректировали как-то, чтобы мы сделали вас более адаптивным к отношениям с женщинами. Но это опять же, это зависит от того, хотите вы этого. Интересно ли вам это, понимаете? Потому что если, например, нет, если вы интересуетесь просто вот, ну, просто интересуетесь, да, вот девушкой, вот ее поведением, просто такой праздный интерес, то тогда, конечно, тогда работать вам незачем. То есть нужно желание, нужно, чтобы вы хотели это, понимаете? Вот. Вот так. Вот так. А на этом все. Надеюсь, что помог вам. Если у вас остались дополнительные вопросы, пишите в личку, буду рад вам помочь. Если понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю вам всего самого доброго и удачи!